Галина Павловна Брок-Бельцова – живая легенда микрорайона Чкаловский. Ветеран Великой Отечественной войны, активная участница общественной жизни городского округа Щелково. Теперь ее портрет в стиле граффити появился на стене жилого дома 20 по улице Институтской. Работа выполнена в рамках всероссийской акции «Граффити Победы» проекта Министерства обороны «Дорога памяти». Она посвящена 80-летию битвы под Москвой и 80-летию формирования трех авиаполков имени Героя Советского Союза Марины Росковой, в одном из которых как раз и служила Галина Павловна. Проект необычен тем, что героями граффити являются не только известные и уважаемые ветераны войны, но и молодое поколение защитников Родины, активисты всероссийского движения «Юнармия». И наносят изображения на стену совместно профессиональные художники и ребята-юнармейцы. Галина Брок-Бельцова – гвардии старший лейтенант, штурман экипажа пикирующего бомбардировщика Пе-2. Первое боевое задание получила 23 июня 44-го. Совершила 36 боевых вылетов. Награждена орденами Красной Звезды, Отечественной войны первой и второй степеней. Автор нескольких книг о подвигах женщин-летчиц. На граффити «Победы» в Чкаловском ей салютует юнармеец отряда «Каскад» Владислав Юрков. Он тоже выбрал своей судьбой летное дело. Вице-младший сержант, кадет школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени Покрышкина. Конечно, гордость и небольшое, как сказать, волнение быть нарисованным вместе с ветераном Великой Отечественной войны на одном граффити. Это большая честь для меня. Сама Галина Брок-Бельцова не смогла присутствовать на мероприятии, отдыхает в санатории. Но приветствовала участников церемонии по телефону. Сегодня можно смело сказать, что Министерство обороны, наш министр, движение изумительное, юнармейцев сотворили чудо, положили начало проекту, который будет и дальше прославлять авиационный центр страны, нашу Чкаловскую, замечательными достижениями и героическими подвигами. Важность прославления подвигов ветеранов, патриотического воспитания, в том числе молодых чкаловских офицеров, отметили почетные гости церемонии открытия граффити «Победы». Мы никогда не забывали подвиги наших великих ветеранов. И сегодня очень приятно, что на территории городского округа Щелково, именно здесь, на родине авиации, в поселке Чкаловском, входящий в состав городского округа Щелково, происходит такое важное событие. Не помнящие своего прошлого не имеют будущего. Так вот, я хочу заверить ветеранов, жителей городского округа Щелково, кто присутствует на данном мероприятии, что мы всегда будем помнить свою историю. Мы будем ее свято чтить и передавать молодому поколению. Памятные медали и грамоты вручили участникам проекта от имени Общероссийской общественной организации ветеранов вооруженных сил. А самым трогательным, пожалуй, стало выступление внучек Галины Павловны Брок-Бельцовой. Мы очень гордимся, нам очень приятно, что это проходит в нашей стране, что наша бабушка изображена на таком граффити. И очень здорово, что это не просто ветеран войны, участник, а это соседка ваша, то есть все молодые ребята будут знать, что вот она живет тут рядышком. Ирина Микеда, Игорь Поляков, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.